Здравствуйте, мои хорошие! Мамин компресс от ангины. Мы предлагаем вашему вниманию проверенный народный рецепт, который поможет предотвратить серьезные осложнения при ангине. Что нужно для приготовления компресса? Чтобы сделать компресс, вам нужны вполне доступные составляющие. Ингредиенты. Одеколон тройной 100 грамм, водка 100 грамм, мятные капли 100 грамм. Применение. Все компоненты перемешайте в емкости. Возьмите сложенную в несколько слоев марлю или маленькое полотенце. Смочите ткань в этой жидкости и приложите к горлу. Во избежание химического ожога кожи процедура должна продолжаться не более 15-20 минут. Компресс эффективен также при острых болях в суставах. Проявляйте заботу о себе и будьте здоровы!